Сегодня мы готовим закуску «Афродизиак» для интимного ужина на двоих. Те, кто когда-то пробовал перчики халапено, перекочевавшие из мексиканской кухни в американскую, помнят их приятный вкус. А теперь эта пикантная закуска находится в свободном полете по всем ресторанам, далеким от этнических источников. Наше блюдо навеяно старинным рецептом перчиков халапено. Мы возьмем два роскошных перца рамира, а не красные мясистые. Вымоем их и почистим. Мы будем фаршировать наши перцы смесью творога, сыра и овощей. Возьмем обезжиренный творог, например, творог Благода, чеснок, здесь мы его приготовили и растолкли, и сыр. Смешаем их, и фарш будет почти готов. Наш фарш готов. Вот такой красивый он получился. Когда вы будете кушать, вы увидите, что кусочки помидоров и зеленого перчика создают очень красивую картинку на тарелке. В один из перчиков можно добавить оливку или каперс. И тогда тот, кому попадется этот каперс, загадает желание. А теперь вам предстоит применить все свое искусство для того, чтобы начинить перчики нашим фаршем. Удачи! Мы справились с весьма трудной задачей, и вот наши перчики уже начинены и готовы для того, чтобы их поставили в духовку. Маленький секрет. Закройте отверстие кусочком сыра. Вот готовятся наши перчики. Не держите перцы в духовке слишком долго. Они должны сохранить свой тургор. И тогда красный перчик на ложе из пряных трав будет вашим прекрасным ужином на двоих. Красный перчик на черной тарелке – прекрасная закуска для интимного ужина. Вкушайте и наслаждайтесь. Подробности на сайте «Экзотика. Стиль жизни». Приятного вечера!